Всем привет, ребят, с вами Габзор.ком. Сегодня с вами детально изучим игровую мышку Patriot Viper V551. Представлена на выставке CES 2019. Ее первый подробный обзор, надеюсь, он будет для вас интересен и полезен. Она уже находится в широком доступе в российских магазинах. Более подробный список цен и характеристик по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает инструкцию и рекомендацию по загрузке программного обеспечения. Выполнена Patriot Viper V551 в корпусе эргономичной формы из черного пластика. Внешние поверхности матовые, форма асимметричная, ориентирована только на прав шеи. Длина у нее 125 мм. Слева углубление под большой палец. В этой зоне находятся две дополнительные клавиши вперед и назад. По центру выступ, упрощающий поиск нужной кнопки слепым методом. Здесь есть прорезиненная вставка с текстурным рисунком. Еще одна кнопка есть на углу левой основной клавиши. Для контроля текущего уровня чувствительности выведена отдельная зона на боковой грани. Как я и говорил в начале, мышка предлагает несколько зон с многоцветной подсветкой. Это полупрозрачная вставка вдоль всего периметра корпуса, боковая зона колесика, логотип на спинке. Работают все зоны синхронно. Основные клавиши с углублением по центру для удобного расположения пальцев. По центру колесико прокрутки с резиновой накладки. Вращение с внятно-тактильными отсечками. Позади него две кнопки, отвечающие за смену профиля настройки и разрешение сенсора. На основании четыре ножки скольжения, расположены по периметру корпуса. Мышка с проводным подключением, длина кабеля 1,8 метра, фигурный коннектор и ферритовая защита. Есть защитная тканевая оплетка. С официального сайта производителя можно будет загрузить утилиту управления. Patriot Viper V551 поддерживает профили настроек. К каждому профилю можно будет привязать свой цвет. В главной вкладке меняется действие всех кнопок, есть подготовлен набор действий и созданные макросы. 4 уровня чувствительности и выбор параметров для двух осей. Доступен детальный редактор макросов. Во вкладке установки активируется сглаживание, OSD профайл, ускорение мышки, выбирает частота опроса сенсора. Отдельная вкладка для управления подсветкой, предлагается 5 эффектов. Мышка использует сенсор Pixar 3325, максимальная чувствительность до 10 000 dpi. Здесь это разрешение разогнано программно, у самого сенсора оно 5000 dpi идет. Сенсор продемонстрировал хорошую точность или отсутствие сглаживания на отметках до 3000 dpi. Для большинства игровых жанров это будет достаточно. Patriot Viper V551 обеспечивает достаточную скорость и точность, позволяя получать хорошие результаты в сетевых играх. Мышка в руке лежит как влитая, вес легкий, легкое скольжение на ковриках с разным типом покрытия. Поддерживает все ключевые типы хвата, кнопки расположены удобно. Patriot Viper V551 при своей невысокой стоимости предлагает хорошее качество технического оснащения и предлагаемых функций. Точный сенсор, программное обеспечение, многозонная RGB подсветка, дополнительные кнопки, эргономичной формы и кабель в тканевой оплетке. С удовольствием обсудим с вами Patriot Viper V551. Всем спасибо за внимание и пока-пока.